Друзья, всем привет, всем ассаламу алейкум. Смотрите, что я купил. Так, шланг для этого пистолета 12,5 метров. И плюс вот такой шланг взяли, армированный. Получается, вот эта часть, она идеально подходит вот сюда. Сейчас я здесь отрежу, вот такую трубочку соединю и подсоединю вот сюда. Вот такие дела. Сейчас все это сделаем. А это насадка одевается вот сюда, а шланг подсоединяться будет вот сюда. И еще взял вот такой переходник. С маленького на большой. На 33 вот такая головка у меня есть. Купил на 32. И на 30 взял. Понадобится. Еще вот эта эмблема Е500. Ешку уберу. У меня же 500 лошадей. Вот. Приклею. Еще, друзья, у меня здесь, где бампер, там есть вот такая выемка, где вот эта планка стояла. Видимо, предыдущий хозяин соединял ее. Две такие диодки он поставил. Но эти диодовые фары вообще слабо светили и некрасиво было. Купил я вот такие большие. Теперь я подсоединю 4 штуки. 4 взял. Маленько тюнингом займемся. А пока все. Сейчас соединим, посмотрим, как получится. Друзья, смотрите. Будем разбирать вот эти фары сбоку. И вот это стекло полностью будем герметизовать, чтобы служили они долго. Ну и грязь, чтобы внутрь не попадала. Чтобы постоянно вот такие чистенькие были. Все, начинаем. Вот, друзья, видите, где боковые стороны, там свои резинки есть. Только вот где стекло садится, там нет уплотнительной резинки. Вот так с краю герметиком мажем и поставим это все на место. По бокам вот такие уплотнительные резинки есть, друзья. Видите? Друзья, вот тормозной кран. Сейчас будем разбирать. Я уже, вот видите, отметки ставил, я его разбирал. Просто почистил и назад собрал. Сейчас буду ремкомплект менять. Посмотрим, что-либо изменится или нет. У меня прицеп получается очень долго качает, не отпускает. Иногда подушки не поднимает. В общем, вот такие проблемы. Друзья, вот кран. Все, будем сейчас разбирать. Сейчас разберу, вам покажу все. Друзья, вот, смотрите, разобрал. Вот видите, вот это стоит вот так вот здесь. И это все держится таким стопором. Все вот это разобрал я тогда, видите, вот смазка. Я ее полностью смазал, видимо, вот эти резинки все уже севшие. Сейчас вот ремкомплект новый купил. За 14 тысяч тенге. Это турецкий. Брейк, там что-то. Вот, 14 тысяч тенге. Производство. Ну, Турция, друзья, турецкий. Сейчас будем ремонтировать. Друзья, вот это все старое. Все новое поставили. Все по красоте. Вот как положено. Я думаю, из-за вот этих и... Здесь тоже, наверное, какие-то микроны, все вот эти прокладки сели. Из-за этого они между собой пропускали. Почему я так понял? Потому что вот сюда они друг на друга одеваются. Вот смотрите. Вот это вот сюда одевается. Вот так. Это очень легко одевалось. Сейчас очень туго одевается. Вот новая пружина. Все сейчас смажем красиво. Своя смазка есть. Смажем и поставим. Друзья, всем ассаламу алейкум, всем привет. Как у вас дела? Надеюсь, у всех все хорошо. Вот, друзья, кран на место установили. Все, теперь машину, получается, заводишь, он сразу отпускает тормоза. А так тормоза не отпускали долго. Долго качали. Вот что я сделал, посмотрите.
Здесь весь ремкомплект поменял. И здесь я вот, видите, вот эти трубки отсоединял, я отметки ставил. Вот такие дела, чтоб не ошибиться. И все. Все четко. Друзья, теперь приступаем к основной работе. У меня получается машина вот с левой стороны. У меня получается вот эта сторона, она севшая. Друзья, под рессорных вот такие подставки или проставки, как они называются, есть. Здесь проставка побольше, а здесь поменьше. Мы сейчас открутим и подставим сюда камазовские рессоры, чтобы ровно все было. Вот, друзья, я сейчас под машиной. Видите, вот здесь проставка какая маленькая, а вот здесь проставка большая. И при этом здесь рессора получше, а здесь пониже. Ну, севшая маленько. Такие дела. Видите, друзья, раньше, видимо, цепляли. Сейчас я вам покажу. Видите, вот эти трещины, ну, эти царапины, видимо, куда-то нехорошее место заезжали, чуть-чуть даже согнули вот этот поддон. Такие дела. Сейчас будем ремонтировать, друзья. Вот, друзья, еле-еле час я их откручивал, они аж прям горячие. Хотел воздушным пистолетом, но он не осилил. Взял вот такую монтировку, вот такую трубу, еле-еле открутили. Сейчас теперь берем и отсюда поддомкрачиваем, чтобы здесь подложили что-нибудь. Все, давайте продолжаем. Друзья, смотрите, что я решил. Сейчас я вам все покажу. Взял я камазовский рессор, нашел, отрезал. Вот так где-то отрезал, где-то сантиметров здесь 2. Так, теперь на рессоре, друзья, вот точно такой патай стоит. Вот это как называется, стопор, да, называется, или как? В общем, на рессоре, на самой, то же самое. А вот этот палец, патай, вот сюда не заходит до конца, на камазовский. Вот так остается между ними. Маленькое такое пространство остается между рессором и вот с этим. Вот так. Решил я эту проблему вот таким образом. Это колодка от любой машины можно. Здесь я подточил. Вот здесь и вот здесь. Вот так поставлю. И вот так зажму. И все. Все четко у меня зажимается. Сейчас затяну. И вообще будет огонь. Думаю, вот так мне хватит. И вот сюда будет рессора держаться. Она получается... Эту я на мост поставлю, на заводской. Вот у него здесь патай есть, этого хватит. Патай посажу вот сюда, вот он садится. И вот сюда рессору. Вот так вот все у меня будет. Посмотрим. Пишите в комментариях, понравилось или нет. Сейчас закручу и вам покажу, как получилось. Вот, друзья, про этот патай я вам говорил. Видите, в рессоре тоже такой патай есть. А поднял я прямо под рессорину. Подложил домкрат и поднял. Сейчас будем все это дело собирать. Я еле-еле эти болты открутил. Ё-моё, вообще заржавленные были конкретно. Так, все, сейчас ставим и пробуем закручивать. Вот, друзья, как все это получилось. Сейчас затянем и все. Друзья, тюнинг продолжается. Смотрите, покрасил я вот эту планку, или, ну, я не знаю, планка или как называется, вот это, в общем, вот этот угольник, труба. Друзья, в общем, я вот этот трубоквадрат покрасил. Обычный, да? Получается, здесь 2 стояли раньше. Просверлил еще 2 отверстия и поставил 4 фонаря. Ну, 4 диодные вот такие фонари поставлю. Очень хорошо горят. Это сразу дальний свет. Здесь ближнего, дальнего нету. Только дальний.